Ну вот это же все зеваки едут, по-любому. Короче, что зеваки? А пожар. Мы вышли с дачи, идем пожар просто. Все от малолеток. Почему от малолеток? Посмотрите, это горит лес. Такой дым. Посмотрите, горит. Ужасно. Сгорела пекарня. Сгорел магазин, да? Шиномонтажка. И отойди, блядь. И все за этого ебаного пуха. Офигеть. Пожарные машины ездят за водой только так. Мы шли, когда из сада, там колодец был. Пожарные стояли, воду наливали. Посмотрите, все горит. Ужасно. Господи, как страшно. Как страшно. Скорая стоит. Там пожарных много. Я вижу по белым каскам. Капец. Просто пиздец, я бы сказала. Что говорите? Все сгорело, да. Из-за тополиного пуха, представляете? Там люди тушат. О, капец. А что, шиномонтажка сгорела? Все. Все. Капец. Все здания горели. Офигеть. А люди не умерли? Да нет. Дышать нечем. Капец. Там все горит. У людей горит бизнес. Там шиномонтажка, магазин. Там не подойти. Армянам принадлежит. Принадлежала. А Гирка у нас? Ира встретила знакомых. Знаешь, а самое-то, что интересное, а многие стоят и радуются. Что у людей сгорел бизнес, по-любому. Это нормальным людям, не радостно. Страшно. Пошли у нас маршрутку так. Ирка! А пойдемте посмотрим туда. А чё? Ну зачем там мы сошли? Чё сказали? Да что тут плакать? Да тла, ну что, что, всё, блядь. Там, считай, кондитерская была фабрика. Кондитерская фабрика? Шиномонтажка. Ага. Слесарская. Там вообще всё, склад. Там гектар. Всё сгорело этому, кто вот. Главный плохо стал, там побежал к нему, чтобы его тушить. Ни одна пожарка не ехала, это они уже 1-1-1-2 быстро уже с области приехали пожарки, потому что наши нахуй
тушат колечки, блядь, откуда не высылаки, блядь, поджигают или раз. Я там ни разу не была. Там большое здание было? Офигеть. Если честно, у меня глаза выело, мне кажется, от дыма. Это капец какой-то. Я прям вся в слезах. А там никого же не подпускают, да, к огню-то? Конечно. Там сам вообще не спит. Здесь вот дышать нечего, представляешь? Ага, горит. Да пиздец просто. Потом по пути из сада. А люди едут зачем? Посмотреть? Да. Это-то армяне, да. А мы-то, блядь, зеваки. Ну зачем туда пришли? Позевать? На аллейку давайте перейдем. Конечно. Как мы перейдем на аллейку? Ну куда ты там машина едет? Какой там Сашка? Вон, аллейка. Ты что перейдешь? Так вот она аллейка. Чего вы не едете, что ли? По яме побежим, что ли? Ой, девки, горит. Все горит. Капец. Все горит. Так это черта города. Все горит. У людей бизнес горел. Жесть. И все из-за вот этого пуха. Все из-за пуха. Это ужас какой-то. Смотрите, все белое. Что? Через 5 минут маршрутка. Все прекрасно. Мы успеем. Ага. Ужасно, мне так жалко их. У вас 3 недели дождя не было, да? Какие 3 недели? С апреля месяца не было. 3 недели. 11 мая я уехала. Не было дождя, да? Не было. 11 мая не было ни капли. Все сухое. Холод постоял. Холод, вечер, дождя не было. А вот, в основном... Мы 2-го пировали, да? Было холодно. И перед ним не, втор... не 2-го, а 3-го я приехала. Нет, мая. 2 мая. Да, все. Да. Вот это вот эти вот самые мертвявые эти. 2 мая я с вами была? Да. Прервали. Где? На Василии. А, на Василии, да. Холодно такое. Да. Но дождя не было. Не было дождя, ни май, ни это, месяц, он апреле был бы. Вот неплохо было бы, если бы сгорела служба. Это трубопровод. Водопровод горит. Водопровод горит, да. Неплохо было бы, если бы служба судебных приставов сгорела. Только не другую построить. Ну вот неплохо было бы все равно. Вот все она. Бы сгорели, да? У людей, да? Они все в компьютере, все в базе. Хуй сгорит, что. Уже на сновке стоим. Пожарки мчатся. Пожарки мчатся, а там уже все сгорело. Вот, видите, все огонь.
Там уже все сгорело. Вот видите, пух. Это мы шли дорогой. Да, пламя дойдет до пристав, и они сгорят. А самая интересная пожарка, это вообще куда? Сколько было? По метру? Да. Пожарка вот... Пожар, здесь, да, пожар, да, да. О! Одна выезжает, вторая заезжает. Офигеть. Вон выезжает вторая. Оттуда вон пожарка выезжает. Вторая заезжает. Вода закончилась. Они проливать сейчас будут все. Ой. Так страшно. А еще ветер такой поднялся. Ой, тьма просто. Мы вот на маршруточке поехали домой. Все, пока. Давай, пока. Мы с Аленкой поехали. А что, почему он не остановился? Хочет видать? Может, сейчас другой поедет. Нет, 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 серьезно, Алена. Вот та маршрутка, которую мы там шли, она еще не успела проехать. Да-да-да. Поедем вот там. Едет она? Нет, на тяжело. Да? Почему? Так, сколько ребят? 20-22. Там ходили уже 200, что ли? Да не. Навряд ли там кто-то умер. Вот, груз 200, груз 200, что ты, блядь, ты ж какой. Чё, реально? Да. Пиздец, блядь. Груз 200? Чё, девки, реально, может, и еще пожарка оттуда едет. Заворачивает туда. Там, видимо, в колонке. Да, с колодца. Офигеть. Мы когда шли из сада, вот так свернули тропинкой. Чуржо. У людей горе, чуржо. Чуржо, как идиотка. Не покажи мне. А чё ты? А, ну ладно, короче, поняла. Короче, мы когда свернули с дорожки, шли там хитрой тропой, и что это думали, там машина стояла, набиралась воды. Угу. Та приехала и та уехала через. Все это да, остановилось. Все. Все, давай пока. Пока, Ириша. Вон. Вон пожарка. О, сколько. Угу, угу.